Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
Раз, два, три, четыре, пять. Камера черная.
Todos os desenvolvimentos que foram feitos, tanto com a palavra, com licença, a real legislação. Vamos fazer isso na hora que eu vou fazer isso, a 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 hora que eu vou fazer isso. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Музыка, я бы там внизу находился. Олег, ты что говоришь?
поданный футбол. Кто что выбрал. Игра началась. Можно отметить, что уже в матче с Энергомашем вернулся стартовый состав Юрий Дубровин. Была совершенно другая игра продемонстрирована нашей командой, в отличие от выездов в Пензу и Тулу. Но результата, к сожалению, там тоже не было. На последней минуте упустили нашу ничью. И сейчас с Липецким Металлургом мы покупаем счету и идем поймать за 6-е место в турнирной таблице. А надежды на попадание в тройку накрылись медным тазом, опять же, сначала в Туле, потом в Пензе. Иванников Николай. Шансов на попадание даже в пятерку уже фактически нету. Но в любом случае ожидаем от нашей команды яркого футбола дома. Калужане совершенно другая команда. Сергей Машнин. Команда Калуга. Бело-синие футболки, белые гетры. Номер 98, Алексей Чернов. Номер 7, Александр Крючков. За первую минуту игры у меня интересных событий не произошло, но вот сейчас перехват от Шпакова и, возможно, интересная атака в исполнении Калужан. В центре один Иван Родин, хорошая стеночка. Будет ли удар по воротам? Семин с мячом. Дмитрий Баранов. Удар! Заблокирован удар Дениса Семина. Первый подход Калужан к воротам гостей. Номер 21, Денис Семин. Номер 78, Павел Гуров. Главный тренер команды Виталий Сафронов. Судейская бригада. Главный судья матча Дмитрий Смирнов. Первая категория, город Москва. Помощники судьи. Дмитрий Строганов. Первая категория, город Москва. Александр Приходько. Первая категория, город Москва. Инспектор матча Пантелеев Сергей Григорьевич, город Тула. Ну что ж, диктор тоже представил составы команды судейской бригады. И мы можем продолжать следить за игрой. Очень плотная ситуация в турнирной таблице наверху в нашей зоне, в середине и даже внизу. Тульский «Арсенал-2» героически пытается обогнать снявшийся еще в конце прошлого года «Орел». Для того, чтобы в полной мере осознать плотность в нашей таблицы, давайте мы, собственно, ее озвучим. На первой строчке находится «Энергомаш», у которого 40 очков и выездная игра с московским «Торпедо», который на четвертом месте, но имеет всего на 2 очка меньше. Второе и третье строчки тоже по 38 очков. «Авангард» из Курска и «Раменский Сатурн». «Сатурн» в 4 часа сегодня играет с «Рязанью» в гостях. А курский «Авангард» едет к «Пензе», которая набрала вполне неплохой ход. И, собственно, оживила это болотце 6-11 мест. Также стоит отметить, что «Витязь» вчера не смог переиграть Чертанова, ведя в счете 2-0. 3-3 с дублем лучшего бомбардира нашей зоны Николая Прудникова из Чертанова. Значит, на шестой строчке Калуга 29 очков, 7-е Липецк 28, 8-е Чертанова 27, 9-е Брянск 26, 10-е Рязань 26 и на игру меньше, 11-е Зенит Пенза 23 очка. Так что с 6 по 11 место тоже идет борьба. Вот первые результаты прессинга вратаря. Калуга снова к штрафной подходит и будет удар. Нет! Было интересное предложение для Ивана Шпакова, но Иван Шпаков не имел возможности добежать до мяча в этой ситуации. Пока у нас мяч в центре поля, можно, в принципе, обсудить историю личных встреч футбольного клуба «Калуга» и липецкого «Металлурга». Но на самом деле, учитывая последние матчи, Алексей Чернов немножечко спотыкается и вынужден выбивать мяч в аут. Да, такой безобидный сброс назад вратарю превратился в атаку Липецка. Так вот, личные встречи. 5 последних матчей «Металлурга» и «Калуги» завершились 5 победами липчан. До этого было, в принципе, равенство. 3 победы, 3 ничьих, 3 поражения. Сейчас статистика, конечно, откровенно не в пользу калужан.
Лепецк, долгое время игравший в первой лиге, даже бывший завсегдатаем первой половины турнирной таблицы в первой лиге, сейчас уже много лет выступает в зоне центр без каких-либо перспектив в этом сезоне. Периодически борется за выход в первую лигу, но до этого не доходит. В этом межсезонье изменения в руководстве произошли у наших сегодняшних гостей. Задача, конечно, была поставлена выигрывать в каждом матче. Собственно, такой же задачей руководствуется и наша команда. Но 5 матчей, первый угловой, между прочим, пока мы с вами рассуждаем об изменениях в составе, в руководящем составе гостей. 5 матчей сыграно было липецким «Металлургом», одержано 3 победы, включая техническую над «Орлом». А вот последние 2 домашних поединка – это 2 баранки с «Сатурном» и «Чертаново». Итак, подача с угла поля. Ничего интересного извлечь из нее не удалось. Но мяч остается у «Калужан». У нашей команды было выездное 3-матчевое турне, из которого наша команда привезла. И Денис Семин, удар по воротам. Неплохой удар с лету. Судья показывает, что был рикошет. Согласен он в этом с Денисом Семиным. И второй угловой в матче. Так вот, из выездного турне мы привезли столько же очков, сколько Липецк из 2 последних домашних своих игр. И наши 3 подряд поражения разбавились технической победой, опять же, над «Орлом». И, собственно говоря, вместо борьбы за место в тройке, в итоге наши амбиции распространяются на 6-ю строчку таблицы. Осталось играть 3 тура. И что-то выше 6-го места нам, к сожалению, уже не светит в этом сезоне. 8 очков отставания от «Витязя», который на 5-й строчке расположился. Подача. Вратарь на выходе играет не очень уверенно. Мяч остается штрафной. И будет ли еще один заброс? Да, подача. Снова не доходит дело до удара. В последних 5 матчах всего 1 мяч Калуга забила «Металлургу». Надо прерывать эту тенденцию, тем более совсем недавно в Туле наша команда умудрилась свою уникальную серию с «Арсеналом 2» из Тулы закончить. А тем временем еще один удар по воротам. И снова недостаточно он сильно получился. Защитники заблокировали удар. Так вот, с «Арсеналом 2» из Тулы мы побеждали и всегда, но месяц назад, фактически 3 недели назад, выезд Тулы завершился первым в истории поражением от дубля тульского «Арсенала» 0-2. Пока что не совсем понятно, будет ли сохранен «Арсенал-2» на следующий сезон. Ходят упорные слухи о том, что не нуждается в дополнительных расходах главная команда города, которая тем временем, в принципе, тоже стоит на вылет. Правда, из РФПЛ. Вот атака липецкого «Металлурга». Подача в нашу штрафную. Здесь надежны наши защитники, но Денис Семин неаккуратно возвращает мяч лимчанам. Активно ведут себя наши фанаты, несмотря на неудачную серию игр. Продолжают наши фанаты, болельщики поддерживать футбольный клуб. Все-таки не может быть черная полоса настолько длинной. Прекрасная игра!
Да, прекрасно сейчас в прессинг сыграли Иван Шпаков и Денис Семин поочередно. И в итоге едва Семин не вывалился один на один фактически даже. Но все-таки помешали здесь защитники. Мяч у Калуги остался. Снова Шпаков с мячом. Пытается он тут с тремя разобраться, не удалось. А вот это сейчас было достаточно эффектно. Но, правда, в аут. Дубровин. Крючков достаточно жестко. Ну, сам виноват здесь, конечно, наш защитник в большей мере. Далековато он отпустил мяч и в итоге был вынужден отстаивать его в жестком единоборстве, которое закончилось нарушением правил. К счастью для нас. Иначе трое липчан могли вырываться к нашим воротам. Вот такие моменты желательно из игры в обороне исключить, когда на ровном месте мяч буквально отдается соперникам. И снова атака липецкого «Металлурга». И теперь уже нарушает правила наш капитан Юрий Дубровин. Будет, скорее всего, подача с левого фланга. И мяч прилетает прямо в руки Алексею Чернову. Обошлось здесь без неприятностей. Потому что в последних матчах и в первой игре сезона после рестарта с Брянском и на выезде с Тулой такие подачи с фланга заканчивались очень неприятно для футбольного клуба «Калуга». Мяч просто нырял прямым путем в сетку ворот, никого не коснувшись, и угловой зарабатывает теперь уже липецкий «Металлург». Достаточно легко получилось пробраться в нашу штрафную гостям. У нас первые новости сегодняшних матчей. Торпеда и Энергомаш, 53-я минута. Торпеда выигрывает 1-0 и на данную секунду возглавляет турнирную таблицу в зоне «Центр». Подача. Удар по воротам рядом со штангой. Не сумели защитники наши помешать состояться этому удару. Было достаточно опасно, но все-таки хорошо, что не в створ. Да, московская торпеда не скрывает своих амбиций в плане подъема из низов российского футбола. ФНЛ – это все-таки хоть что-то для такого легендарного титулованного клуба. Пускай титулы остались достаточно далеко в прошлом, но все же имя, бренд московского торпеда не заслуживает нахождения во второй лиге. Но фактически четыре команды ведут борьбу за повышение, и тот же Раменский «Сатурн», если отталкиваться от 21 века в нашей футбольной российской истории, то не менее известен, популярен, чем московская торпеда. А уж стадион в Раменском в премьер-лижные времена был одним из самых красивых, посещаемых и атмосферных в нашем футболе. Ну, собственно, и другие две команды, Курский «Авангард», Энергомаш «Белгород», также имеют достаточный опыт участия в первой лиге. Белгородский «Салют Энергия» периодически находился в верхней части первой лиги. Курский «Авангард» тоже провел несколько сезонов в первом дивизионе. Поэтому каждый из этих клубов достоин повышения в классе. Посмотрим в итоге, что у нас выйдет в конце сезона. Что ж, 15 минут у нас прошло. Солнышко слегка нас покинуло. Надеемся на время.
голевых моментов, ну, можно отметить разве что удар Дениса Семина с лету из пределов штрафной. Ну и такой получетверть момент. Удар после подачи с угла поля в исполнении гостей. В очередной раз неудачно Алексей Чернов выносит мяч из статичного положения. Это, можно сказать, ахиллесова пята нашего голкипера. Именно ввод мяча в игру. С пугающей периодичностью он отдает мяч соперникам, фактически без борьбы. Нужно что-то придумывать в этом случае. Кстати, если команды с таким же либо другим ничейным счетом завершат эту встречу, то у брянского «Динамо» будет прекрасная возможность вплотную приблизиться к Калуге. И прекрасный перехват от Дениса Семина. Очередной перехват Семина. В хорошей форме находится Денис. Но без какого-либо сопротивления он, конечно, бежал к воротам. Защитник пятился, но Денис никаких активных действий не предпринял, а удар откровенно не получился. Так вот, брянское «Динамо» может догнать липецкий «Металлург», хотя в последних матчах «Арсенал-2» демонстрирует совершенно невероятные какие-то цифры. Это была и ничья 4-4 в Подольске с «Витязем», и опять же победа над «Калугой». Великолепный разгром «Орла» со счетом 3-0. А это, как ни крути, 7 очков за последние несколько матчей. Все-таки в отличие от первого дивизиона, где московская «Динамо» уже давно победила, заняла досрочно первое место, а «Тосно» буквально несколько дней назад оформил первый в своей истории выход в российскую футбольную премьер-лигу, в РФПЛ за 3 тура до конца и впервые за 16 лет чемпионом стал московский «Спартак», а вот в зоне центра интрига, всем интригам интрига. Подача, Алексей Чернов надежен. Баранов, извиняюсь, Дмитрий Баранов, да, Денис Семин очень активен сегодня, заставляет путать игроков с собой. Дмитрий Баранов активно поучаствовал в единоборстве, остался победителем, но дальше развитие атака не получило. Ну, сейчас два не очень подряд удачных действия в исполнении калужских защитников. И в итоге Кисенков не смог выбить мяч в аут. Будет очередной угловой у ворот Алексея Чернова. Подача. И абсолютно один футболист липецкого «Металлурга» едва ли не на углу вратарской. Другое дело, что исполнить у него удар не получилось, но то, что он остался абсолютно неприкрытым, было видно еще до момента подачи.
не очень хорошая тенденция. Два угловых, два опасных, ну, может быть, не момента, но как минимум две опасных ситуации у наших ворот. Помимо соседства в турнирной таблице, роднит нынешних соперников еще и малая результативность их лучших бомбардиров. Если у Калуги вообще три мяча предел для лучшего снайпера, это отличались Юрий Дубровин трижды, Александр Петров и Иван Родин. У Липецкого Металлурга ситуация чуть-чуть получше. Четыре мяча на счету Овчинникова, по три забивали Кожемякин и Титов. Грубовато сейчас сыграл нападающий Металлурга. Ситуации, которая того не требовала. Чернов вводит мяч в игру. Ну, слегка подтолкнули, конечно, сейчас Дмитрия Баранова, но ускользнул это от глаз арбитра. А вот сейчас может ускользнуть нападающий Липецкого Металлурга. И только Лозенков на своем большом, огромном опыте сумел разобраться один в один с нападающим Металлурга. А вот сейчас неплохой перевод на Дениса Семина. В одно касание передачи это могло быть опасно, но в итоге атака сразу же разворачивается снова в нашу сторону. Немножечко центр поля выпадает у нашей команды. Регулярно мяч, оказывающийся там, достается без борьбы Липецку. Другое дело, что извлечь из этого в очередной раз команде гостей ничего не удается. Но это дело времени, если позволять так играть и дальше. Шпаков и Семин играют в прессинг. Ничем это не заканчивается для нашей команды. И вот сейчас снова не очень аккуратный пас в исполнении Песенкова. И актерская игра в исполнении уже игрока из Липецка. Это у нас 17 номер, Николай Иванников. Ну, возможно, там и был какой-то контакт, но то, что он абсолютно неумышленный, сомнению не подлежит. Но вот падение выглядело слегка наигранным. Пятая минута матча, 0-0. Футбольный клуб «Калуга», «Металлург» Липецк. Битва за шестую строчку в зоне центр. Песенков с мячом. Дубровин. Заброс на Семина. Удается Денису навязать борьбу и сохранить мяч для калужан. Кисенков, Шпаков, Семин.
Подача, блок и угловой. Денис Семин активен. Забил он в последней игре с Энергомашем. Активен он и в домашней игре сегодня. Центральная трибуна не очень активно поддерживает фанатов нашей команды. Одинокий глаз болельщика. А Калуга тем временем проводит атаку через правый фланг. Подача в штрафную последует. Да, и мяч в итоге даже дойдет до Родина. А вот удар нанести не получается снова. Зинков. Перевод на левый фланг. Здесь Александру Крючкову нужно отрабатывать, что он и делает. Очередной угловой в сегодняшнем матче. Тем временем московская торпеда забивает второй мяч Энергомашу. Счет становится 2-0. И вероятность смены лидера после сегодняшнего тура становится неприлично большой. Подача. Чернов на выходе неудачно играет, но здесь справились. Справились защитники Калуги. А вот быструю атаку даже... Быстро разыграть штрафной не удалось калужанам. Все-таки, если охарактеризовать первые 27-28 минут, полчаса сегодняшней игры, это некий сумбур. Каких-то комбинационных действий не просматривается ни у одной, ни у другой команды. Подходы штрафной скорее в режиме «бей-беги», чем результат осмысленных комбинаций. И вот очередная попытка калужан создать остроту. Ворот Металлурга не удается опять. Снова надежные защитники липчан. Ну и у Металлурга даже выход из обороны не получается в последние минуты. Ну вот теперь стандарт у ворот гостей. У самого угла штрафной. Тот самый фланг Чернова, можно сказать. Именно после таких навесов дважды уже пропускал в этом сезоне наш вратарь. Ну а калужане, судя по всему, будут подавать от вратаря. Что правая рабочая нога, Александр Петров. Это значит, что нужно вколотить гвоздь в ворота Металлурга. Подача не очень удачно, но мяч доходит до Ивана Шпакова. В итоге доходит мяч. Ворота фактически были пустыми. И вратарь в столкновении получил, возможно, и повреждение какое-то. Ну, вроде все нормально. Thank you.
Ну или все-таки есть повреждения, да. Просигнализировал голкипер Липчан о том, что нужна медицинская помощь какая-то. Пауза у нас в игре. Напитки. Калужане предпочитают оставаться в поле. Ну, вроде все нормально, разве что повод добавить лишнюю минуту к первому тайму. А момент у Ивана Шпакова был, конечно, неплохой. Ворота были покинуты вратарем, но в створ попасть не удалось. С ударами в створ вообще пока проблематично в сегодняшнем матче. Шпакова, и считает судья, что было сыграно без нарушения правил. Эффектно перекатился по искусственному полю стадиона Анинки Иван Шпаков. Лозенков. Родин. А тем временем наши болельщики затянули менее приятную для футболистов кричалку. Не будем мы ее приводить. Возможно, вы ее слышите. Но суть в том, что футболисты играют не так, как за них болеют. Родин. С мячом. Заброс штрафную. Гуров! Гуров обработал мяч, но по инерции завалился на газон, а Денису Семину уже не получилось добраться до мяча. 33 минуты моментов. Фактически моментов-то и не было. Вот сейчас не очень хороший сброс вратарю. Денис Семин накрывает его. И в итоге калужане забирают мяч себе. Недоволен Родин Денисом Семиным. Скорее всего, тем, что не ввел мяч в игру оперативно Денис. А такая возможность была. Был открытый Родин и Шпаков. К сожалению, да. Сами футболисты предпочитают размеренный темп в игре. Максимально умиротворенный. Подача в штрафную. Но это просто в ручки голкиперу. И возможность 3 в 3 сейчас гостям убежать. Так и есть. 3 в 3. Возвращаются, конечно, калужане в оборону. И снова пауза в игре. Пауза в игре после, наверное, первого удара, акцентированного в створ ворот в сегодняшнем матче. Лежит на газоне Александр Петров. Собственно, именно это причина перерыва в игре. Непонятно, что случилось. Возможно, сразу же после, собственно, подачи со штрафного. Какие-то неприятности с ногой возникли у Александра. Будем надеяться, что все обошлось без каких-либо подтянутостей. Кисенков. Родина жестко встречает в центре поля, но это, в принципе, конечно, фол, возможно, и на желтую карточку. Уж слишком не в мяч играл нападающий гостей. 35 минут, Калуга-Металлург 0-0.
скорее всего, одна минута точно будет добавлена к первому тайму. Возможно, даже и две здесь просматриваются. Кисенков с мячом. Вариантов нет, только назад. Лозенков. Родин. Гуров. Обыграть-то обыграл, но пас откровенно в никуда в исполнении Павла Гурова. Кстати, можно разглядеть и группу поддержки Липецкого «Металлурга». Ну, скорее, это группа присутствия. Три человека, один баннер. Ну, уже неплохо. Шпаков. Родин. Снова Родин. Кисенков. Родин. Заброс штрафную и снова не добираются до мяча калужане. Постоянно в каждой атаке чего-то не хватает. Либо точности паса, либо взаимопонимания. Но опять же, откровенный сумбур в первом тайме. Что в исполнении хозяев, что в исполнении гостей. В игре с Брянском прервалась полуторагодичная беспроигрышная серия калужан на своем поле. После этого был повержен главный претендент на повышение в классе — московская «Торпеда». Ну вот сейчас фактически-то новая серия длится, продолжается, но радости болельщикам, фанатам, другим всем любителям калужского футбола это не доставляет. Очередной штрафной у ворот Калуги. Ну, до ворот метров 35-37. Естественно, будет подача. Естественно, на подборе снова гости. А у нас тем временем готовится небольшой сюрприз в перерыве матча. Через 7-8 минут мы его увидим. Подождите. В промежуток с 2 до 3 часов дня это, судя по всему, будет самое яркое событие, происходящее на территории стадиона Анинки. Ничего, абсолютно ничего не получается около штрафной «Металлурга». Подходы есть, но заходов просто нет. А если они и есть, то ничем они не завершаются. Крючков. Подача. Иван Родин на подборе, но опять... Смотрим футбол, ребята. Проблема сегодняшнего матча в том, что и если не получается у одной команды, в данном случае у нашей, то не получается и у другой. И суммарно это достаточно невразумительный футбол. Фолов достаточно много, угловых было подано приличное количество, штрафные, подачи с флангов, но не создается. Вот сейчас Кисенков заброс, подбирает мяч Шпаков, но все-таки снова это не атака Калуги. И готовится замена в составе нашей команды. Арсен Оганесян, потерявший место в основе, тем не менее, уже в первом тайме вступит в игру. 40 минут.
Калуга-Липецк 0-0. Единичные моменты прессинга общую картину ни капельки не исправляют. То Шпаков, то Семин, то Родин поборется за мяч, но поддержки партнеров не получают они в этих ситуациях. Вот сейчас момент может быть у Шпакова. Удар поворотом не состоялся. Давал он передачу фактически на пустые ворота Павлу Гурову, но очень сложно было мячу пробраться. Да, требуется замена. Александр Петров покинет поле. Замена в команде «Калуга». Вместо Александра Петрова номер 17 на поле выходит Арсен Оганесян номер 99. К сожалению, получает травму лучший бомбардир нашей команды в этом сезоне. Один из самых активных футболистов «Калуги» Александр Петров. Ну, мы посмотрим, как сыграет Арсен Оганесян. В последнее время на одну удачную игру Арсена приходится 3, 4, 5, подставляйте любую другую цифру неудачных поединков. Александр Петров все-таки получил травму, скорее всего, растяжение задняя поверхность бедра. Не можем говорить точно, вот удар после углового и в исполнении «Калужан». Но также не опасно в целом. Наши фанаты что-то почувствовали, да. Пора играть. Это очень хорошая мысль, с которой нужно 15 минут пожить в перерыве вместе с главным тренером команды. Еще один заброс в нашу штрафную и такой же безадресный, как и атаки нашей команды. Родин, Шпаков, ну вот появляется под конец первого тайма свободное пространство, Баранов подключается. Арсен Оганесян войдет в штрафную. Хорошая передача Арсена Оганесяна, и вот! Вот то, что нужно! 1-0! Калуга открывает счет на исходе первого тайма, 43-я минута. Павел Гуров, буквально 2 минуты назад хотел Иван Шпаков на него вырезать передачу, не дошло. И вот сейчас у свеженького, вышедшего только что Арсена Оганесяна, все получилось. Футбольный клуб «Калуга», «Металлург», «Липецк», 43-я минута, Павел Гуров, 1-0. Ну, не знаю, поскандировали, что ли, пора играть перед матчем нашим футболистам. Ровно минуты хватило после этой кричалки нашим игрокам, чтобы открыть счет в сегодняшнем матче. Это второй мяч за последние 6 игр с липецким «Металлургом». Крючков, неоправданный дриблинг у своих ворот. В очередной раз, кстати, вот такие столкновения с участием Александра Крючкова в опасной ситуации. И оба раза, слава богу, все заканчивается нарушением правил со стороны гостей. Сорок пятая минута, а нам с комментаторской кабины невооруженным взглядом видно, что 15 минут перерыва будут достаточно интересными. 2 минуты будет добавлено к основному времени первого тайма, но помощь оказывали слишком часто и игрокам нашей команды, и футболистам липчан, в том числе вратарю гостей. К основному времени тайма добавлено 2 минуты.
свободен. Родина оттесняет от мяча, но мяч остается у Калуги. Шпаков. Нет, все-таки судья фиксирует нарушение правил. Будет под занавес первого тайма возможность и у липецкого «Металлурга». Со стандарта подача, и мяч едва не доходит до опять же свободного футболиста «Металлурга». В последний момент мяч чиркнут по голове нашего защитника и ушел на угловой. Вторая добавленная минута к первому тайму пошла. И угловой. Подача. Повезло. Ну, что могу сказать. В очередной раз фактически беспрепятственно мяч доходит до футболистов гостей. К счастью для нас, это ничем не заканчивается плачевным. Кисенков на Баранова. Арсен Оганесян подключается. Хорошо он взаимодействует с Дмитрием Барановым. Подача. И еще один момент мог возникнуть сейчас. Есть такое подозрение, что Павла Гурова не совсем законными способами держали в штрафной, во вратарской Липецка. А вот все-таки даст на время на последнюю атаку в первом тайме гостям. Впрочем, ничего не получается по-прежнему «Металлурга». Мы уходим на перерыв. Футбольный клуб «Калуга», «Металлург», «Липецк» 1-0. Павел Гуров, 43-я минута. Отдыхаем. Уважаемые болельщики, на танцевальной беговой дорожке группа поддержки Калужского государственного университета.
Возобновляется у нас игра после перерыва, уже на футбольном поле гости, и появляются футболисты Калуги. В перерыве досталось им несколько достаточно громких слов от нашего тренера, несмотря на то, что счет в нашу пользу, предпосылок к такому счету, по большому счету, в первом тайме и не было. 1-0, Калуга, Металлург, Липецк. Второй тайм начнется с секунды на секунду. Арсен Оганесян ударно вышел на замену и оформил голевую передачу на Павла Гурова. Когда-то именно Арсен Оганесян выступал в роли такого молодого, перспективного атакующего футболиста. Сейчас эту роль примерил на себя Павел Гуров. И игра начинается, второй тайм. Изменений больше в составах команд нету. Напомним, что за 5 минут до перерыва вместо Александра Петрова в игру вступил Арсен Оганесян. Желаем Александру здоровья, чтобы обошлось без какого-либо продолжительного восстановления. И вот сразу же момент у Калуги. Дмитрий Баранов мог забить ультрабыстрый гол на 29-й секунде. Вот таких моментов-то не хватало на самом деле в первом тайме. Даже солнышко выглянуло, чтобы посмотреть на атакующую игру Калуги. Вот за 30 секунд первого тайма голевых моментов создано столько же, сколько за 45 минут предыдущих. Дубровин забрасывает мяч на половину поля Металлурга. Неудачно. Мяч сохранить не удается. Но Металлург, такое ощущение мне складывается, что не знает, что с ним делать. Будем надеяться, что второй тайм не будет продолжением 45-минутного сумбура в игре обеих команд. И все-таки мы увидим более качественный футбол. А вот результат можно было бы оставить примерно тем же. И снова в прессинг идут калужане. Баранов очень активно начинает второй тайм. Судя по всему, и Дмитрий поучаствовал в разговоре с главным тренером, потому что первые 45 минут и наш центр поля выглядели не очень связанными друг с другом. Удар поворотом Алексея Чернова. Вот и Металлург начинает создавать моменты. Отпустил мяч немножечко от себя Алексей, но зафиксировал его со второй попытки. Благо, никто на добивание из липчан не полетел. Ну вот, наконец-то, удачный ввод мяча в игру. Относительно удачный, конечно. И все-таки мяч у Калуги. Баранов, Шпаков не добирается до мяча, Иван Шпаков. Вторая замена готовится у калужан. Выйдет наш богатырь Сергей Анисимов. В чем причина, непонятно. Все-таки, наверное, если какие-то травмы, повреждения, то можно и сейчас, да, если это что-то тактическое, то, наверное, и в перерыве можно было произвести замену.
Тем более достаточно очевидно все-таки, что уступая команда, которая, собственно, в счете уступает, будет стараться с помощью подач, навесов создавать остроту у чужих ворот. Поэтому услуги Анисимова в этом случае очень-очень даже востребованы. Итак, 50-я минута. Замена в составе Калужа. Замена в команде Калуга. Вместо Ивана Лызенкова номер 4. На поле выходит Сергей Анисимов номер 5. Да, Иван Лызенков, 4-й номер, покидает поле. Сергей Анисимов номер 5 выходит. Ну, сложно понять, не видно, что Иван хромает. Сейчас узнаем, может быть, что-то более достоверное. Все-таки какая-то помощь Лызенкову требуется, да, на скамейке оказывают он себе какие-то профилактические меры. Да, все-таки из-за травмы замена. А тем временем атака Металлурга. И заканчивается она снова на Александре Крючкове, а вот передача на Семина была... не очень хороший. Занятная ситуация. Замер боковой судья с флажком и просто ждал, куда же покажет главный рефери. И только после этого направил флажок в нашу сторону. Вот такие они, самостоятельные российские судьи. Вслед за аутом и штрафной подошел к нашим воротам. Вот здесь как раз Сергей Анисимов пригодится очень-очень даже. Подача. Ну, прямо в руки Алексею Чернову. И есть возможность выбить мяч сразу в атаку на сцену Оганесяна. И удается калужанам поддавить. В итоге... Все-таки у Металлурга. Пытались как-то его выцепить у кромки поля, но не удалось. Паков в очередной раз играет на перехвате, но немножечко завозился с мячом, споткнулся об него. И едва его не потеряли калужане. Гуров навязывает борьбу. И почему-то судья считает, что борьба с обеих сторон — это нарушение правил для атакующей команды. Новая кричалка, новое скандирование у калужских фанатов.
есть ощущение, что несколько свободнее стало на футбольном поле. Липецкий «Металлург» уже не так плотно играет. И свободные зоны появляются. Надо только направлять мяч туда, желательно без брака. Чернов на Гурова, не доходит до него мяч. В центре снова пустота. Назовем это так, Баранов и пустота. Вот с мячом как раз Дмитрий. Оганесян. И нарушение правил. Ну, очередной неаккуратный пас от Ивана Родина. И снова нарушение в центре поля. Павел Гуров, виновник инцидента. Собственно, пока мы отвлеклись на пару буквально секунд, мгновенно последовал ответ липецкого «Металлурга». 56-я минута, 1-1. Собственно, как и первый гол в исполнении нашей команды, к этому мячу ничего не вело. Этой сутолоки сложно было разобрать, особенно на форме. Гол забил Руслан «Металлург» номер 9. И записываем его все-таки в актив 9 номера липчана Руслана Ахвледиани. Это уже его третий мяч на отрезке после зимы. И счет равный 1-1. Родин подключает Крючкова к атаке. Шпаков. Крючков. Едва наш. И снова нарушение. Но вот не получается никаким образом чисто отбирать мяч у наших футболистов на половине поля «Металлурга». И замена сразу же в составе «Калужан». 58-я минута. Вместо Ивана Шпакова на поле появляется Евгений Лосев. Шпакова номер 77. На поле вышел Евгений Лосев, номер 9. Главный ветеран калужского футбола выходит сегодня на замену. Посмотрим, что получится. В последней домашней игре Евгений Лосев начинал игру в стартовом составе. Перед тем, как покинуть поле, уже замена была готова. Оформил голевую передачу на Дмитрия Баранова со стандарта. Как-то не обращал я внимания, но пятый номер «Металлурга» Александр Викторов берет определенный пример с Петра Чеха. И в такой, так сказать, шлеме танкиста выступает в сегодняшней игре. Нарушение правил. Анисимов подыграл себе рукой. И очередной стандарт у наших ворот. Thank you.
Подача. Чернов на выходе играет. Достаточно неплохо в этот раз получилось. В столкновении пострадали и свои, и чужие. И игра прерывается. По крайней мере, да, футболисты обеих команд поднялись с газона, покидают они его для оказания медицинской помощи. 10 на 10 поиграем, наверное, несколько секунд. Если медицинская помощь, медицинский штаб выбегает на поле, то футболист должен его покинуть и только после этого вступить в игру. А и что-то незаметно, что футболист Металлурга покинул пределы поля, только наш игрок за кромкой. Так что в меньшинстве, 10 на 11 мы играем пока что. Здесь прекрасно играет головой Юрий Дубровин. Приходит в себя тем временем Александр Крючков. Надо понять, готов ли он продолжить игру сегодня. Все, может появиться на поле Александр Крючков. И перед очередным стандартом мы снова в равных составах. Подача. Анисимов отыгрывается об игрока Металлурга и удар от ворот. 62-я минута. Калуга-Липецк 1-1. А тем временем в Москве завершился матч Торпедо-Энергомаш. Торпедо побеждает 2-0. И на данную минуту возглавляет турнирную таблицу в зоне центр. Ну а мы желаем успеха, максимального успеха москвичам и повышения в классе. Все-таки, по моему скромному мнению, именно Торпедо наиболее достойный из этих четырех команд, чтобы начать следующий сезон в ФНЛ. Липецк продолжает атаковать, и это очень опасно сейчас может быть. Мяч заметался в штрафной калужан, и удар не состоялся, слава богу, иначе могло все закончиться печально. Очередной заброс Чернова неудачен. Танкист Викторов отыгрывает назад своему вратарю. Баранов, Дубровин. Анисимов. Лосев с мячом. Родин, Лосев. Будет удар по воротам, не очень удачный. И подбор забрать не получается. Ну и очередное нарушение правил. Мне кажется, если посмотреть, то соотношение фолов будет примерно 2 к 1. Не в нашу пользу. Ну, позаимствовали из фольклора петербургского «Зенита» кричалку наши болельщики. Ну, почему бы и нет. Тем более сейчас команде с берегов Невы доминировать и унижать не удается, откровенно говоря.
никого и ни перед кем. Гуров с мячом. Но Денис Семин будет обыгрывать. Нет, передача в штрафную. Баранов, Крючков, подача. Не доходит мяч до Калужан. И подбора тоже нет. Но Владимир Кисенков слишком лениво пошел на мяч. И мимо него прокинули его, как мимо стойки. Подача. Будет удар по нашим воротам, судя по всему, заблокирован. С мячом. Ну, вроде бы поджимают калужане, но все-таки не доподжимали. Семин. Семин по бровке на Баранова. Нужно подавать. Подача следует, но один был абсолютно Евгений Лосев, однако до него мяч не дошел. Снова Семин с мячом. Крючков. Баранов. Подача. У Арсена Оганесяна был прекрасный момент для того, чтобы нанести удар, но заблокировали защитники «Металлурга». Тем временем готовится, наконец-то, замена в составе гостей. Середина второго тайма. Калуга, «Металлург», Липецк 1-1. Крючков вперед на Гурова. Да, вот сейчас нам подсказали в комментариях болельщики из Липецка. Конечно же, помним мы игру «Металлурга» с Калугой первого круга, когда матч прерывался буквально на 40 минут, возможно, даже больше, и оказывали помощь Викторову. Тяжелейшее было столкновение, и слава богу, в итоге все-таки все обошлось, и играет защитник липецкого «Металлурга». Желаем ему здоровья. Большое спасибо болельщикам за подсказку. Упустили мы это немного, каемся. И тем временем замена уже готова у липчан. Все-таки на форме красно-черной не очень хорошо видны номера. И это 25-й номер. Евгений Барбашин готовится выйти на поле. Сейчас была возможность для быстрого выхода в атаку у Калуги, и тем не менее завершилась все-таки атака подачи Лосева, не нашедшей адресата, но больше смысла в игре нашей команды появилось с выходом Евгения Лосева. Вместо Андрея Овчинникова номер 10 на поле выходит Евгений Барабашин номер 25. Да, покидает поле 10 номер Евгений Овчинников, 25 Евгений Барбашин выходит на синтетический газон стадиона «Арена Анинки».
69-я минута у нас заканчивается. Закончилось 1-1. Калуга, Металлург, Липецк. И очередное нарушение на чужой половине поля допускают наши футболисты. Положение вне игры. Удар после свистка. Судья либерален сегодня. Судья либерали настолько, что даже и карточек сегодня, собственно говоря, не было. Но игра этому способствует. Грубых нарушений-то в основном нету. А если они есть, то они неумышленные и, как правило, обоюдные. Оганесян с мячом на левом фланге. Родин. Дубровин. Крючков во втором тайме активнее, он подключается к атаке. Подача с левой ноги следует в гущу игроков. В принципе, адресат был очевиден, но мягкая подача для вратаря, удобно было играть на выходе. Семин. Не очень хороший пас не сделал. На Лосеву потери. И очередная атака Липецка. Удар по воротам, но не сильный, прямо в руки Алексею Чернову. Ну, если честно, я не очень понимаю, в чем смысл выноса мяча на одинокого Павла Гурова, когда вся команда фактически на своей половине поля находится. Странное решение. Даже если Павлу удается зацепиться за мяч, партнеров поблизости нету, кто бы мог бы его подобрать, помочь в атаке. Викторов. Нужен перевод на левый фланг, да, снова Крючков с мячом, он активен во втором тайме. Бегает он с ватой в носу, да, повреждение он получил в верховом единоборстве в нашей штрафной в одном из эпизодов. Оганесян, перевели мяч на левый фланг по просьбе болельщиков. Очередная неплохая полуподача, полупрострел. Штрафную. Остается мяч у калужан. Крючков, Семин. И угловой. Тем временем Сергей Анохин готовится появиться на футбольном поле. Очередное усиление нашей атаки. Но сменит он, мы так полагаем, Павла Гурова. Подача Лосева. И вверх мы выиграли, но удара нанести не получилось. Нет, судя по всему, мы ошибаемся. Нарушение правил, тем
у штрафной Металлурга, а заменен будет Денис Семин. Сегодняшняя игра у него не очень получилась. В принципе, нестабильность нашим крайним полузащитникам свойственна. Мы говорили уже про Арсена Оганесяна. И то же самое у Дениса Семина, только с тем условием, с той пометкой, что чаще Денис выходит на замену. Вместо Дениса Семина номер 21 на поле вышел Сергей Анохин, номер 10. Ну вот, наша атакующая ветеранская бригада в полном составе на поле. 38 Анохин, 38 Лосев, 36 Анохин. Немудрено и перепутать. Готов к удару Юрий Дубровин. Судя по всему, он и будет наносить его. Нет. Мы ошибаемся, и Владимир Кисенков проверяет прочность липецкого футбола. Крючков, атака нашей команды продолжается. Неплохая подача, но не сумел опередить Гуров, вратаря липчан. И сразу же ответ гостей. Это очень опасно, и каким-то чудом Металлург не выходит вперед. Удар 6-7, скольки-то метров, без сопротивления, практически по пустым воротам. И Руслан Ахвледиани, да, это именно он, судя по всему, упускает возможность оформить дубль. Невероятный момент, просто 100%, 200%, простили гости нашу команду. Анохин. Иван Родин, секундочка эстетства, но неэффективно, к сожалению. Уважаемые болельщики, следующая игра футбольного клуба «Калуга» состоится в воскресенье 21 мая в городе Курске на стадионе «Трудовые резервы». Соперник нашей команды – команда «Авангард». Следующий домашний матч состоится 28 мая, в воскресенье. Наш соперник – футбольный клуб «Сатурн», город Раменское. Приходите на матч, поддержите команду. Заходите на сайт клуба fc-kaluga.ru и в официальную группу клуба ВКонтакте. Следите за новостями. Подача, Алексей Чернов на выходе. Родин. Очередной пас в никуда в исполнении Ивана Родина. Сегодня игра не получается откровенно у наших центральных полузащитников. А это все-таки ключ к успешной игре. Требуется помощь капитану липчан Фролову. Громкоголосый медицинский штаб у липецкого «Металлурга». Недовольны они тем, как сыграли против их капитана. Ну, возможно, и нарушение было, но судья дал гостям продолжить свою атаку, поэтому претензии абсолютно неуместны. Скрипник выбивает мяч вперед. Yeah.
Крючков на Гурова. Гуров принимает мяч. И на нем нарушают правила. Крючков перевод на противоположный фланг. Арсен. И нарушают правила на Оганесяне. Да, сейчас была эффектная стеночка, могла бы состояться. А состоялась тем временем первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Желтую карточку получил игрок команды «Металлург» Евгений Барабашин, номер 25. Евгений Барабашин получает желтую карточку. Вот свежий игрок с новыми силами. Слишком активно мешал Арсену добраться до мяча. Первая желтая карточка в матче. А у нас менее 15 минут до конца основного времени игры. 1-1 Калуга-Липецк. Ну, в этот раз, судя по всему, Дубровин единолично будет исполнять стандарт. Здесь можно и удар нанести, и подачу. Все возможно. Удар, створ, ворот. Но без особой опасности. Хорошо здесь сейчас сыграл Крючков на перехвате. Не дал состояться быстрой липецкой контратаке. Но зато продолжается небыстрая липецкая атака. Заброс в нашу штрафную. Удалось все-таки завладеть мячом Анохину. Чего не отнять у Сергея, так это его умение цепляться за мячи. Ну и совершенно не получается. Игра у Ивана Родина, и он по-прежнему остается на газоне. По-прежнему в игре. Но две из трех его передач сегодня — это что-то нехорошее. Баранов. Вторая попытка будет у Дмитрия. Лосев. Не доходит мяч все-таки до Анохина, но калужане мяч сохраняют. Кисенков. Арсен. Родин. Арсен прекрасно сейчас все-таки. Да, когда ты хочешь сыграть хорошо, то тебя это вознаграждает ситуация. Однако вознаграждает ненадолго. Чернов, Викторов, Крючков. Не видно какого-либо движения, хотя достаточно большими силами калужане у штрафной «Металлурга». Родин, подача очередная. Очередная неточная передача в исполнении Родина. Разобрались здесь с Крючковым один в один. И только прекрасный и невероятно рискованный подкат Юрия Дубровина избавил нас от неприятностей. Не спеша в развалочку переходит наша команда в атаку. Сложно в этом случае как-то удивить гостей. Очередной фэрплей.
Всех все устраивает сегодня. Всех все устраивает. Внимание! По окончании матча около фанатской трибуны состоится встреча болельщиков с руководством клуба. Затягивается у нас пауза в игре. А наши болельщики растягивают весьма нелицеприятный баннер. Кому он адресуется конкретно, сложно понять, но то, что в целом команде, очевидно. Игра, которую мы показываем, это, конечно, не балет. Замена в команде «Металлург». Вместо Евгения Фролова, номер 29, на поле вышел Александр Ульянчев, номер 47. Александр Ульянчев, 47 номер, вместо Евгения Фролова, капитана команды. Замена у Липецка. Ну, добавлено должно быть минуты 3-4 минимум. И калужане смогли зацепиться здесь на чужой половине поля, но ненадолго опять. И так каждый раз. Арсен врывается. Штрафной удар. Опасно. Опасно было сейчас. Хорошо сегодня играет Арсен Оганесян. Создает он моменты и для себя, и для других. Баранов на Оганесяна. Подача. Нет, будет обыгрывать Арсен. Врывается в штрафную Оганесян. Прострел. Баранов на мяче, еще удар, будет ли все-таки? Нет, удар не состоялся, жесткий стык обоюдный. И до мяча не сумел все-таки. Не смог, можно, наверное, все-таки, как правильнее сказать-то, не смог нанести удар уже Баранов. 2 он боролся за мяч в эпизодах, но... И вот еще одна возможность. Все-таки болельщики каким-то незримым образом мотивируют. Но иногда и зримым мотивируют нашу команду на атакующие действия. А желтую карточку тем временем получает Сергей Анисимов. 2 желтая карточка в сегодняшней игре. Желтую карточку получает игрок команды «Калуга» Сергей Анисимов, номер 5. По предупреждениям счет также равный. 1-1. Теперь недовольны уже липчане противоборством в нашей штрафной. Многовато мата в исполнении гостей. Это, конечно, режет слух. Неприятно. Неприятно это особенно тем, что очень даже слышно с трибун. Не самый лучший пример для подрастающего поколения, для тех же мальчиков, которые мячи подают. Не надо так. Баранов, очередной пас никуда. Пойдем, пойдем,
хочется, конечно, сконцентрироваться на положительных действиях в сегодняшней игре, но их настолько мало, что остальное время в эфире заполняла бы тишина. Что можно отметить? Можно отметить прекрасный выход на замену Арсена Оганесяна. Его голевая передача, активные действия. Этот человек умеет обыгрывать. Не так много, к сожалению, в нашем составе футболистов, которые не боятся идти в обыгрыш и выходить из таких единоборств победителями. Можно отметить, естественно, Павла Гурова. Если нападающий забивает, значит, он уже оправдал свое присутствие на поле. Ну, Александр Крючков достаточно активен, хотя периодически со знаком минус. Вот, наверное, и все, что можно сказать положительного о сегодняшнем матче. Хотя, я думаю, что и липецкие болельщики тоже мало позитивного могут вынести. К основному времени матча добавлено 3 минуты. Из игры своей команды. 3 минуты тем временем добавлено, уже добавленное время пошло. Вот как игра у нас, казалось бы, текла мерно, но основное время уже закончилось. Последняя будет замена у «Металлурга», их ничья выездная устраивает, я так полагаю. Ну, судя по тому, как играет наша команда, собственно говоря, устраивает ничья и нас. Крючков на Гурова. Гуров на Оганесяна, но вот даже такой элементарный пас, он идет в спину футболисту. Баранов. Удар по воротам. И угловой на второй добавленной минуте. Все-таки даже ничего не создавая, ничего не созидая, практически моменты-то есть. Один из последних стандартов в сегодняшнем матче. Подача. На выходе играет вратарь. Не то чтобы очень удачно, но тем не менее мяч он из штрафной вынес. И замена у Липецка. Замена в команде Дмитрий Кузьмичев, 15-й номер, заменит Николая Иванникова, номер 17. На поле выходит Дмитрий Кузьмичев, номер 15. Иван Родин будет пытаться забросить мяч прямо в штрафную. И еще один угловой. Есть шанс у Калуги вырвать победу в сегодняшней игре. Есть, несмотря на все сложности, должны мы постараться выиграть сегодня, но не таким образом все-таки. 28 мая, в воскресенье, с соперником, футбольным клубом «Сатурном», город Раменское. Приходите на матч, поддержите команду. Заходите на сайт клуба fc-kaluga.ru и в официальную группу клуба ВКонтакте. Следите за новостями. Центр поля у нас сегодня просто пустует. Оганесян. Ну, можно подводить итоги сегодняшнего матча. Мы их так уже, в принципе, для своей команды подвели. Если в целом, то игра была равна. А счет будет таким же. 1-1. У Валерия Карпина, правда, были немножечко другие продолжения в такой игре. Ну, 1-1, не проиграли, уже неплохо. Шестое место мы сохраняем, на что-то другое мы уже, в принципе, и не претендуем. Завершаем сегодняшнюю трансляцию. Комментировал Александр Олейников. Встретимся в последней домашней игре сезона с Раменским «Сатурном». Может быть, в очередной раз ставим палки в колеса кому-либо из соперников «Торпедо». Алло.